Работники библиотеки предложили мне поучаствовать в конкурсе, посвященном футболу. Я делал буктрейлер книги Яшина «Записки вратаря», потому что он очень известный футболист, для многих является кумиром. В съемках принимал участие мой младший брат. Работа над роликом была очень интересная, мне и брату очень понравилось. В итоге работа заняла второе место в крае, и вчера мы ездили в Краснодар получать на награждение и получили диплом и ценные подарки.